по информации пресс-службы администрации Сергеева Посадского городского округа. Жителям Сергеева Посада бесплатно покажут шоу на роликах «Бременские музыканты». Программу подготовили олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка и двухкратный победитель чемпионата четырех континентов в танцах на льду Петр Чернышов. Представление пройдет в парке «Скидские пруды» 7 мая «Вход свободный».